Я помню, как будет. Сейчас. Это. Второе. Голова. Ну давайте споем эту песенку без дяденьки уже. Так, сейчас я. Сейчас я буду показывать, рассказывать. Сейчас. Да. Сейчас. Угу. Вот сейчас не видно. Капут умери. Да. Генуа. Дигити. Генуа и дигити. Генуа и дигити. Потом. Окули. Окули. Аурес. Аурес. Ос. Ос. Назус. Да. Давайте споем. Капут, умри, генуа, эдигити, генуа, эдигити, капут, умри, генуа, эдигити, генуа, эдигити, эд, окули, эд, аурес, эд, ос, эд, назус, капут, умри, генуа, эдигити, генуа, эдигити. Ну вот, вспомнили. Все, сейчас я себя выключу, чтобы не мешался я никому. Да. Как дела? Только почему? А, что я делаю? Что, как я это делаю? Да, соответственно, будет... Первое. Так. Да, первое будет, все правильно. Ну, обычно, когда спрашивают how are you doing, означает как дела. Да, соответственно, quomodo me habeo. Угу. Да. Слово habeo это habere, означает иметь. А как мы запомнили, окончание О показывает, что это я. Хабео. Абео. В моде это как, и, соответственно, как я имею. Да. Так, в моду ме хабео. В моду ме хабео. Ме моду де... Да, во. Во модо ме хабео. Во модо. Ну или этот немецкий вариант во модо ме хабео. Да. Так, наверное, не слышно или не слышно? Не слышно. Все. Сейчас слышно точно. Так, quomodo te habes, Marke? Давайте еще раз послушаем. Quomodo te habes, Marke? De nuevo ves, Marke? Так, quomodo te habes, Marke? Соответственно, мы выучили habeo. Habeo, я имею habeo. Да, имею. И, соответственно, если ты, то будет S на конце. Habes. Как во французском тоже. Ну, во французском не O начало. В, по-моему, в итальянском и в испанском. Да, там так вот примерно. Habeo. Habes. Угу. Во модо те хабес марке. Ну или марце, в зависимости от того, какую латынь вы используете. Так. Идем дальше. А, ну, тут надо спросить, да. How are you doing? То есть, как дела у тебя, Марк? Давайте еще раз скажем. Во модо те хабес марке. Во модо те хабес марке. Да, ты хабес марке. Да, я плохо себя чувствую. Я плохо себя чувствую. Да, то есть плохо это мале. Мале.
Соответственно, себя это me. Me. Habeo это habeo. Имею. Имею. То есть... Male me habeo. Male me habeo. Male это плохо. Me это меня. Habeo это имею. То есть, я себя плохо чувствую. Male me habeo. Все? Нет, не все еще записали. Хорошо. Male me habeo. Давайте тогда все повторим. Male me habeo. Тогда скажем bene me habeo. Потому что мы хорошо себя чувствуем. Bene me habeo. Bene, bene, сейчас напишу. Bene me habeo. А у тебя есть какой-то? Bene me habeo. Тут плохо, а мы скажем хорошо. Bene me habeo. Bene me habeo. Bene me habeo. Да, вот это... Все записали? Да, буква H, она читается как английская такая легкая. Habeo, habeo. Почти не слышно. Habeo. Да, идем дальше. Vivia se male habet. Да. Male. Да. Да, что она делает? Она... Vivia. Подожди, сейчас. Habet. Да, соответственно, он, она, окончание Т. Habeo, habes, habet. Да, Livia se male habet. Что у нее? Нет, все в порядке. У Ливии все в порядке. Да, она себя плохо чувствует. Не у нее все в порядке, она себя плохо чувствует. Мале это плохо? То есть себя, се, и habit это дословно имеет. Да. Имеет. Да. Livia se male habit. Livia se male habit. Ну или вариант еще. Livia se male habit. Livia. Да, послушаем, как тут произносится. Тут вот именно через как W произносится вот это В. Livia se male habit. Livia se male habet. А в латинском языке? Чего нет? А в латинском языке последняя буква произносится? Да, тут все произносится. Тут все просто. Во французском, да, там надо догадываться. Но чаще всего последняя буква не произносится, а в латинском все просто. Как пишется, так и произносится. Ну, примерно, плюс-минус. Да. Как дела у Карины, как мы скажем? Как дела у Карины? А, да. Сейчас. Сейчас. Акумозу. Абен. Да, можно через Кумодо. Помода хабет. Да, сейчас. Помода тен. Да, можно. Помода. Так, Карина. 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 Ден. Ну, это девочка, поэтому с. С. И окончание какое будет? Ден. Если она, он, она, у нас окончание какое? На букву. Какое окончание у нас? Он, она. Ну, я habeo, ты habes, а он, она как будет? Ну, Карина можно еще и в конец поставить. Помодо. Ну, лучше сюда. Карина се. Ну, хабет.
Habit, подскажу тогда. Да, Quomodo Corinus e Habit. Подождите, дайте записать. Жду. Тут важно запомнить, что вот О это окончание я, С окончание это ты, а Т окончание он, она, оно. Да, и соответственно, ну давайте тогда подпишу, раз вы пока пишите. Так, надо стереть. Вот как стереть. А, все понял, как стереть. Ни одно слово надо стереть, все. Соответственно, тут мэ будет. Как же, так же, как по-английски ми. Тут будет т. Так же, как ты по-русски. Т. Тебя. Тебя. И тут будет с. Себя. С. Это будет меня. А тут тебя. Это себя. Дальше. Все написали, да? Да. Я написала. Нет, еще одна. Там было написано Quomodo Corinna se habet. Quomodo Corinna. Ну, давайте послушаем вот это. Стефанус Пене Сехаве. Да, хорошо себя чувствует. И как вот окончание послушайте внимательно. Стефанус Пене Сехаве. Да, се. Хабе. Так как он мальчик, окончание какое будет? Хабет. Хабет, да, хабет. Хабет. Да, там было Quomodo, вот как раз кто писал предыдущее. Quomodo Corinna с двумя N. С хабет. То есть вот с хабет осталось. Quomodo, а вместо этого напишите Corinna. Corinna. Да. Стефанус Бенес и Хаббит. Давайте про себя скажем. Эго Бенем и Хаббит. Хабео. 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 Ой, меня да, ме Хабео. Эго Бенем и Хабео. Да, я хорошо себя чувствую. Эго Бенем и Хабео. А подождите, я могу записать? Можно. Эго бене ме хабео. Из этого урока вам лучше всего запоминать, что О это я. О, я. О, прям я можно я из буквы О сделать я. Так можно запомнить. Я С это я ты. Ты. И Т это он, она, оно. Ой. Да. Me habo, te habes, se habet. Habet. Ну, множественное число мы, наверное, пока не будем брать. Все написали, да? Нет. Да. Давайте, кто написал, давайте скажем. Ego bene me habo. Ego bene me habo. Me habo. Me habo. Да, эго бене. У Степана все в порядке? Да, я хорошо тебя чувствую. А перевод вот этой предложения? Ну да, это я хорошо себя чувствую, да, или у меня все в порядке. Вернее, не я, а Стефанус. Ну, предыдущее я перевел. Эго бене мехабео. Это я в порядке или я хорошо себя чувствую? Я только хотела узнать перевод. Какого слова? Мне интересно перевод вот предложение,
Вот этого. Стефанус Бене се хабит. А можете сказать перевод? Степан хорошо себя чувствует. Или Степан в порядке. Идем дальше. Стефанус Бене се хабит. Давайте про друг друга скажем. Допустим, Ясмин про Максима может сказать. Нет, про... Я славян. Про Максима. Ваша прическа. Давайте, кто начнет? Имя и добавить Бене се хабит. Просто у меня записано как Максим. Угу, я понял. Как тебя зовут, забыл? Славяна. Славяна. Вот, Славяна, может начать про Ясмин, например, сказать. Вот. Ясмин Бене се хабит. Ясмин Бене се хабит. Да, а Ясмин может про Славяну сказать. Или про кого хочет. А как Василиса на латинском будет? Василис. Василиса так и будет. Василиса Бенесе-Хэббит. Василиса Бенесе. Молодец. Латиняне нам все все простят, они уже... Им уже все равно. А так что можете называть свои имена, как хотите. Да, все написали. Идем дальше. Ой, да. Да, как у тебя дела? Как у тебя дела? Да, кво модо это как раз как? Кво модо. Дальше. Дес. Те. Модо. Кво модо те. Сейчас. Бес. Хабес, да, хабес. Да. Хабес. Мы запоминаем, что С это ты, О это я, и Т это он, она, оно. Да. Квомодо ты хабес. Давайте спросим у друг друга, как у тебя дела. Квомодо ты хабес. Да. Квомодо ты хабес. Да, хабес. Да, кто еще хочет? Да, Василиса вот тянет руку. Или уже не тянет? Хорошо. Все, кто хотел, сказал. Квомодо ты хабес. Давай. Я думала, что написал. Я просто подумала, все, кто хотел, написали. Я подумала так. Нет, не все еще. Ладно, кто записывает, а кто хочет сказать, говорит. Квомодо ты хабес. Как дела у тебя? Квомодо ты хабес. Или квомодо ты хабес. Да, квомодо. То есть, если дословно, то вот это переводится, каким образом у тебя дела? Модо это образ, вид. Способ модус. Да. Квомодо те хабес. Да, вы пишите и проговаривайте. Квомодо те хабес. Квомодо те хабес. Квомодо те хабес. Это как у тебя дела? Да, как у тебя дела? Да, кто-то может спросить по моду ты хабес, а кто-то может ответить. Да. Квомодо ты хабес. Да, а кто-то может ответить бене ме хабео. Бене ме хабео. Эго бене ме хабео. Да. Можно эго бене ме хабео. Я люблю вставлять эго. Ну, лучше бене ме хабео. Бене ме хабео. Всё. Все, написали все? Да. Да. Молодцы. Да. Да, я в порядке, я хорошо себя чувствую, я...
Как будет? Надо сначала хорошо сказать, потом мне, а потом имею. А хорошо как будет? Бене, бене. Ой, бене. 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 Бене мехе хабел. Да, бене мехабел. Бене мехабел. Да, особое внимание обращаем, что окончание о, абел. Это нам пригодится, потому что в латинском языке, по крайней мере, по-моему, даже, да, ну, по крайней мере, в настоящем времени все окончания глагола на «о». «Я» — это на «о» заканчивается. Так же, как в итальянском и испанском, кто изучал. Вот. «Bene me habeo». «Bene me habeo». Да, можно переставить «me bene habeo». Все? Написали? Да. «Bene me habeo». «Me bene habeo». Давайте, кто написал, говорит «bene me habeo». У меня хорошо все. У меня все в порядке. Бене мехабео. Бене мехабео. Да. Вот эту табличку тоже запишите. Она очень важна. Я ее стирать не буду. Абет. Ой, Б, как я зафинтил. Ме хабео, те хабес, се хабет. Это возвратный глагол, ну, не возвратный глагол, а частица возвратная. Угу. Все записали, да? Ме хабео. А, бене ме хабео. Или ме бене хабео. Я даже переводу. Так. Угу. Да, идем дальше. А можно... Я... Эго... 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 Нет, хабео это имею. У меня есть рим. Это не об этом. Я живу во имя, надо найти. Не надо тебе Второе. Да, второе. Роме ахабито. Абито, да. Здесь получается, у меня есть рим слово, поэтому роме хабито. А глагол «habitare» означает «жить». «Habitare». Ну, кто учил этот французский, там есть глагол «habiter». «Habiter». Проще. Тем проще. «Habitare» — это «жить». «Habitare». Соответственно, мы изменяем глагол «habito», «habites», Хабит. Угу. Да, дальше. Идем дальше. Хабито. Ну, пока запоминайте хабито. Остальное мы... Хабитас там дальше будет. Уби эст Италия. Да, уби эст Италия. Это сейчас. Уби, а что такое уби? Уби это где? 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 Да. Где есть Италия? Где Италия? Где находится Италия? Да, где находится Италия? Где находится Италия? Потому что... Да, можно вообще опустить. Где Италия перевести и все. Тут... Да, можно где находится. Разный глагол тут можно поставить.
Да, уби это где? Уби, уби, уби. Да, можно запомнить немножко такой на грани запоминания, но где произошло убийство? Уби, уби, уби. Уби. Да, уби, уби. А алиби, алиби. Кто знает такое слово? Это когда у человека есть, как сказать, доказательство, что он не совершал убийство. Вот, алиби. А означает в другом месте. В другом месте. Алиби. Вот, соответственно, уби это где, а алиби это в другом месте. Что да, уби, уби, уби где, уби где. Представьте какой-то детектив, и детектив спрашивает, где произошло убийство. Уби, уби. Уби. И, ну, алиби можете не запоминать, это просто для общего развития. Все, записали, Уби? Нет. Да, кто записал, давайте спросим. Уби эст Италия. Уби эст Италия. Да, можно также спросить. Уби Италия эст. Да, уби эст Италия. Видите, опять он, она, оно. Мы окончание Т добавляем. Т. Вот как тут. Эст. Эст. Уби эст. Италия. Да, уби эст Италия. Где записали? Нет. Хорошо. Так, кто еще хочет прочитать уби эст Италия? Уби эст Италия. Да, эст Италия. Или можно эст в конце поставить. Уби Италия эст. Уби Италия эст. Да, ну, чаще всего эст, она в конце ставится в утвердительных предложениях, то есть... утвердительных. Да, эс Италия эст, допустим. Это Италия. Или... Уби этого... Да, уби Италия эст. Уби эст Италия. Уби эст Италия. Эст Италия. Все записали? Да. Молодцы. Уби эст Италия. Да, уби эст Италия. Уби эст. Да. А как будет Россия на... Раньше она была Русия, сейчас не могу точно сказать. Так, давайте прочитаем. Нет, я не живу в городе. Нет, я не живу в городе. Да, соответственно, не живу в городе. Да, миниме. Миниме. Нон. Habit, non urbo habit, urbe habite, habito, что я говорю, urbo, urbe habite, urbe это показывает где, urbe, даже не почувствовал, что я говорю, in urbe, urbe, in urbe, habito, habito, вы забыли in поставить. Все уже поставлено. Minime non in urbe habito. Угу, молодцы. Да, non это отрицание, не in urbe это в городе. Ну, у нас тоже оканчивается на е, поэтому просто. Да, urb это город. Урбс. А urbe это в городе. Соответственно, habito. Habito – это живу, живу. Опять окончание О, потому что я это живу. Это я. Да, молодцы. А вот перевод – нет, я не живу в городе.
Да, да, потому что не живу в городе. Давай, давай, я пока что так все суть. Я просто через на другом аккаунте накопил. Так, все, я записал. Все записали? Нет, по-моему, еще. По-моему, еще не. Да, магия ждали ожидания. Впустите магию. Давайте, кто записал, прочитаем. Minime non in urbe habito. Minime non. Да, urbe habito. Или можно второй вариант тоже, допустим, так. Я поставлю тогда. Minime in urbe non habito. То есть in urbe можно ставить и в начало, и после этой частицы non. Minime non in urbe habito, да. Или minime in urbe non habito. Minime non in urbe habito. Да, все написали? Minime non in urbe habito. Молодцы. Все написали? Да. Молодцы. Ubi tu habitas. Да, ubi tu habitas. Ubi третье слово. А послушайте еще раз. Ubi tu habitas. Ubi. Ubi третье слово. Да, вот как я говорю, S окончание, но везде habitas. Habitas. Да, ubi tu habitas. Ubi tu. Как переведем? Ubi tu habitas. Ubi tu. Ubi. А что значит habitus? Habitus это тот же самый глагол обитаре. Ой, обитаре, что это? Вот обитаре. Обитаре. Да, я не подписал, но вы, возможно, запомнили. Обитаре, обите по-французски, а обитаре по-итальянски. Так. Почему вот это не закрывается страница входа? О, сейчас мы сделаем, чтобы ее не было. Опять она появилась. Неуловимо это... Так. Жить это у нас глагол жить. Ты... Жить. Ну, кто помнит, как будет уби? Уби... Уби это... На букву Г. Где ты живешь? Да, где ты живешь, все правильно. Абитас. Даже вот у нас Ш, но Ш, она... А, да? Записывается даже в английском через букву С. Поэтому можно записать... То есть живешь, у них С... А у нас Ш. Даже так, то есть более шумное С становится Ш. А как это переводится? Давайте переведем еще раз. Где ты живешь? Так, где ты живешь, все правильно. Я вот люблю писать переводы. Молодцы. Да, вот, соответственно, мы берем основу. Habit. Habit. И добавляем глагол у нас, вот у нас основа habita, habita, и добавляем s, habitas. Ubi tu habitas. Да, habitas. Да, все правильно. Ubi tu habitas, Василиса. Да, Василиса, где ты живешь? Скажи, в городе. Эго? Эго. 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 Ин. Эго. Ин. Урбе? Урбе. Хабито. Да, хабито, все правильно.
Теперь полностью скажи. Ego in urbe habito. Это in это ego ego to habito. Да, ego in urbe habito. Угу. Кто еще хочет сказать, что он в городе живет? Ego. Я забыла, как вот эту делать. Да. Да, идем дальше тогда. Все, кто хотел, сказал, да? Да. Молодцы. Да, ты живешь в Италии. Да. Вначале будет in, все правильно. In urbe. Да, вначале in Italia. Италия. Италия urbe. А, тут получается вы живете. Не ты живешь. Получается habitatis. Habitatis. Угу. Habitatis. Ну, in похоже на in. А, вот окончание «тис» это характерно для «вы живете». In Italia habitatis. 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 А habitatis пишется одно слово. Да, habitatis, вот оно. Habitatis. То есть основа habita и добавляем tis. Habitatis. В Италии перевод, или ты живешь в Италии? Это вы. You по-английски может быть и единственное, и множественное. Поэтому... Было бы, если бы... Давайте скажем, ты живешь в Италии. Я уже написала вы. Да, тут написано вы, а мы скажем, как ты живешь. Кто смелый, кто скажет? To Italia habitas. Да, habitas. In Italia habitas. Да, кто еще хочет повторить и сказать? Italian habitat. Угу. Да. Соответственно, habitatis это много. Вас, вы живете. А in Italia habitas это ты живешь. Просто мы ti убираем и получается habitas. Все просто. Да, чтобы показать, что это много людей, добавляют вот эту ti. Habitas. Habitas, habitatis. Угу. Молодцы. Все написали, да? Да. Я вот хочу-то еще кому-то задать. Угу. Ita. Me bene habeo. Я ничего не услышала. Ita. Me bene habeo. Сейчас я попробую сделать погромче. Ita. Угу. Я только услышала имя Ita. Так, я сейчас сделаю погромче. Так, вот это, наверное, надо делать погромче. Ita. Me bene habeo. Угу. Давайте еще раз. Ita. Me bene habeo. Ну, тут, да, действительно, сложно понять. Bene. А последнее слово вы услышали? Bene, bene. Bene, habeo. Это habeo. Да, habeo. Это Италия? Это me bene habeo. Да, мне хорошо. Мне в порядке. Да, у меня все в порядке. Угу. Да, у нас у меня все в порядке. Ага. Да, я чувствую себя отлично.
Да, ita me bene habeo. Habeo. Да, habeo. Me bene habeo. Да, me bene habeo. Все записали? Нет. Мы это, это мы записывали, просто ita можно добавить там, где мы записывали. У нас было bene me habeo, me bene habeo. Просто ita еще надо добавить и все. Можно написать ita и... Ita me bene habeo. Да. И перевести «да», и все. Идем дальше. А как это переводится? Хорошо. Да, я в порядке, я хорошо, я себя отлично чувствую. А тогда как переводится? Да, «ита» — это «да», получается «мэ» — это «меня», «бэнэ» — это «хорошо», «хабэо» — это «имею». Дословно. Да. Ты живешь в Риме? Так, ты... Нет. Да, тут ты. Ты живешь в Риме? Да. Да, ну первое слово я подскажу. Роме. Ромае. Да, можно Ромае, более такой устаревший вариант. Ромае. Можно Роме. Как вам удобнее, так и приносите. Да. И живешь, как будет? Живешь. Уби. Нет, уби это что у нас? Кто помнит? Уби. Уби где, да, все правильно. Ага, ой, как будет живешь? Habitas? Да, habitas. Habitas. Roma habitas. Habitas. Угу. Roma habitas. Или Roma habitas. Вот АЭ это в английском вы знаете такой дифтонг. Вот он как раз тоже так произносится открыто. Roma habitas. Roma habitas. Угу. Все написали? Да. Вернее, не дифтонг, а диграф. Угу. Еще нет, мне записали. Угу. Можете еще вот такой вариант написать. Habitas ne Rome. Ну вот тут заглавная буква Rome. Да, Rome это Рим, поэтому он всегда заглавные буквы. Идем дальше, да? А вы переводите? Как переводится? Были проблемы со связью. Какой вопрос был? А, как переводится? Ну, ты живешь во имя? В Риме? Рим. Рим, город такой есть в Италии. Да. Да, вот, соответственно, habitas ne Rome, Rome или Rome, или Rome habitas. Угу. Как это все подзапинется? Да, нет, я не живу в городе. Миниме, нон... Да, там было слово миниме. Миниме. Миниме, нон ин урбе хабито. Да, все правильно. Нон ин урбе хабито. Можно эго написать, можно без эго. Эго. Нон ин урбе, или можно ин урбе нон хабито.
In urbe, так. На него, все правильно? Так, да, что я пишу? Урбе. Урбе хабито. Хабито. Да. Самое главное нам... Ой, хато. Хаби. Би. Хабе. Хабито. 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 Да, хабео это имею, а хабито это живу. Миниме эго нон ин урбе хабито. Можно без эго. Так, соответственно, с урока мы должны запомнить, нам нужно запомнить вот что. О – это я, С – это ты, и Т – это он, она, оно. Соответственно, у нас было два глагола всего. Хабер, хабере, соответственно, хабео, хабес, хабит. И второй глагол у нас хабитаре. Хабито, хабитас. Habitat. Ну, вот этого... Этого у нас не было. Можно это не запоминать. Вот. В принципе... давайте еще песенку поем и, наверное, на этом завершим. А можно повторить песенку с Кэтфутом и Регина? А, с дяденькой? Ну, давай. Там у него, правда, английский акцент. Ну, ладно. Простим ему его акцент. Да, там было «Minime non in urbe habito». «Minime non in urbe habito». «Minime...» Давайте скажем. «Minime non in urbe habito». Давайте тогда подсказывайте, как будет голова. Капут умри. Да. Капут умри. Генуа интигити. Да, все правильно. Давайте споем с ним. Так, сейчас я сотру все ненужное. Да, все правильно. Что это было? Да, все правильно. С дяденькой будем петь или без? Так, сейчас. Генуа. Что там? Не находится. Это урок латынь. Нет, надо тогда искать по-другому. Давайте вы пока пойте. Капут, умри, генуэт, дигити, генуэт, дигити, капут. Умри, генуэт, дигити, генуэт, дигити. Да, молодцы. Легче сейчас зайти в... Митя, а это что за урок? Это латынь. Это урок латынь. Латынь. Что это за урок? Латынь. Латинский язык. Так. Так, тетенька, это на испанском поет, мы на испанском не будем. Вот так вот мы найдем. Сейчас мы быстро найдем. Вот он, наш дяденька. Ой, все пропало. Да, бывает такое. Все пропало. Сейчас, сейчас я открою слово. Капут умри, генуэ, дигити, генуэ. Да, капут умри, генуэ, дигити, генуэ, дигити. Так, мы не будем. Окули, да. Капут. Да, сейчас начнется. Капут умри. Да, сейчас я включу, чтобы видно было.
Молодцы, уже кто-то делает. Молодцы, заводные дети. Окули, капут, окули, капут, So, to start, can you remember the Latin word for knees? It is diggity. Не видно? Опять почему? Не видно? Сейчас я скажу. Видно, я даже ничего не поняла. Видно. Как он говорит? Так, вроде все видно. Видно всем? Да, да. Хорошо. Diggity. And can you? It's. Oh. Да, он долго все объясняет. And what about is and? Pretty easy. Try saying that. Sing the song. Shoulders, knees and toes, knees and toes. Ну, это по-английски. Diggity. Вот. And then it is in Latin. The first line goes like this. Caput, genua et diggity, genua et diggity. And then the second line is exactly the same. Caput, umeri, genua et diggity, genua et diggity. And then the third line goes. Et oculi, et oculus, et nos, et nasus. And then to finish. Caput, umeri, genua et diggity, genua et diggity. What Jordi? We learned that together. It's quite long, isn't it? But you're doing so well. I know you can do it. Mm-hmm. Let's learn the song together, one line at a time. And the words are here to help you too. Okay, let's sing the first line together slowly. Sing along with me. Ready? Mm-hmm. Caput, umeri, genua et diggity, genua et diggity. Very good. And now the second line is exactly the same. Mm-hmm. Sing along with me. Caput, umeri, genua et diggity, genua et diggity. Very good. And now the third line, sing along with me. Mm-hmm. Et oculi, et oculus, et nos, et nasus. Fantastic. And now the final line is the same as before. Mm-hmm. Sing along with me. Caput, umeri, genua et diggity, genua et diggity. Brilliant work. Now, I think we should sing the whole song together slowly. Ready? Mm-hmm. Sing along with me. Caput, umeri, genua et diggity, genua et diggity. Caput, umeri, genua et diggity, genua et diggity. Et oculi, et oculus, et os, et nasus. Caput, umeri, genua et diggity, genua et diggity. Brilliant work! Before we finish, let's sing that again one more time for luck. Are you ready? Mm-hmm. Here we go. Caput, umeri, genua et diggity, genua et diggity. Caput, umeri, genua et diggity, genua et diggity. Et oculi, et oculus, et os, et nasus. Умери, генуа, эти, генуа, эти, у нас картинка исчезла. Произошло. So well. Да, почему-то она исчезла. You should be really proud of yourself. Now, don't worry if you didn't get all of the songs. Всё. Но мы зато спели песенку. Молодцы, давайте похлопаем друг другу. Молодцы, молодцы. Всё, к сожалению, у нас урок закончился. Жду вас на следующем занятии в среду. До свидания. До свидания всем. А как подкрасить? Здравствуйте, пожалуйста, Наталья. А как было?